Здравствуйте. Сейчас я вам расскажу об очередной приколюхе из Китая. Вот я ее заказал. Вот. Сейчас я вам покажу. Это у нас переходник HDMI на VGA разъем. Вот для чего он нужен. Есть на всяких, на планшетах, допустим, на телефонах даже на некоторых есть, на каких-нибудь мини-ПК есть разъем HDMI, а VGA нету. Вот, но если у вас там старый монитор, вот, то у вас там только разъем VGA, да? То есть есть, часто используются переходники VGA на DVI. Вот эти часто используются, точнее, часто встречаются. И как бы эти переходники, наверное, у каждого дома есть. Но если нет, то они как бы в открытом доступе. Вот, а HDMI на VGA это уже сложнее. Вот, так просто это не реализовать. Вот, и стоит, в принципе, он дороже, чем обычный переходник VGA на DVI. Вот, но в Китае, естественно, заказал, он гораздо дешевле. Такой шнурочек, он довольно-таки короткий, то есть чуть больше ладошки, да? Вот, в принципе, с колпачком идет HDMI, чтобы не запылился. Вот. Тут резьба для болтиков, которые на коннекторе VGA. Вот. Ну, собственно, кому интересен этот товар, кому он бы пригодился, вот, я его для определенных целей заказывал, потом в дальнейших видео я вам покажу. Вот. Кому интересно, я ссылку в описании оставлю, заказывайте, вот, вещь хорошая, в быту полезная. Все, всего доброго, до новых встреч.